안딸이 차놓고 앞으로요 저기 안딸이 차놓고 어 그렇지 발끝 지르고 찍어 저기 그렇지 됐어. 패시, 어? 일곱 개. 여덟 개. 이렇게.
Где я вас? Когда за плечи хватает за плечи. Можно и ударить. Ладони поднимать. Как озад? Локоть. А как же мы сами его есть? Они банку чем тринадцать. Эй, за, руки, они банку по. Не говори только ко мне. Есть такой прием. Должен. Или по кем его? На излом. Чуть-чуть разные. Оля, как у? Поднять. Правый нога. Полево. Левый нога вперед. Как извините? Скажи это нам. Оля, бегу. Ну, лет бегу. Как он бегу? Бегу. Толи бегу. Можно бить. Когда полюбили, я вас убил. Thank you.
붙여갖고 꼼짝 못하게 해놓고 끼고 오, 앞으로 걸어놔. 입들여 허리 뿌리신다. 아이 허리 지르고 지르고 양쪽으로 하는 거라고. 하나 이런 동작 기본 해서 이게 기본에서 주먹 맞기 동작이 있다. 약간 이렇게 끼었다. 수각과 수각과 몇시야? 아, 누가 알아서 볼게. 빨리! 질러! 자, 빨리! 이런 동작이 있다. 예, 됐어요. 방금 이 동작 자체를 갖다가 하고. 예, 옆에서 다시. 동작 준비. 자, 여러분들 내가 기초, 기본 깨죠? 기술하는 거 아닌가? 맞습니다. 자, 열려. 우리 여기에서 요 기술이 정확히 나왔을 때 이게 근데 어떻게 찍고 좀 바로 쇼지요? больше и больше. Достаточно знать минимум или вот. Федя, тупо ты кишу я пишу в барабане. Вторую технику, которую я покажу.치는 이 부위가 한번 보라고. 할 수 있고. 할 수도 있고. 캐슬 수도 있는 동작입니다.
Последнюю фразу тоже снимите. Хавкидо – это боевая дисциплина, на базе которой строят свою работу службы безопасности многих стран мира. Специально для участия в семинаре в Латвию приехал господин Ким Чиль Ён, руководитель службы безопасности при президенте Южной Кореи. Он же является обладателем 8-го дана по хавкидо, а это высшая степень мастерства боевых искусств. Мастеров такого класса – единицы во всем мире. Школа хавкидо объединяет в себе самые эффективные приемы борьбы различных видов боевых искусств. И, возможно, поэтому признана универсальной системой защиты. Семинар предоставил возможность его участникам повысить свой профессиональный уровень, получив консультацию уникального сотрудника ряда участников, оставлял желать лучшего. После тренировки мы задали вопрос господину Ким Чиль Ёну, что должен делать человек, чтобы обеспечить свою безопасность. И нам ответили, главное, это в любой ситуации сохранять спокойствие, а людям и службе безопасности учиться и учиться. Кто-то поражен, где она мари. Химия чего пошел бурить? А я сразу не рука. Ханчо как он писал на? Ну потом уже. Это писал на? А зимно? Первые бандиты, игры чим, ханан госл чай молле гречи. Чему-то и кизури и кизуру гако. Сунган сунган дечал сюда мари. Ком, первые бандиты он риган гибя бара. Ну вообще не. Одинаково. Единственное, вы должны учитывать ситуацию. Чем чангам гисури? То, что вы нажимаете. Вот это его. Ага. Вот ниже через это основание черепа. Йоги это забыл сикко. Куда им могут? Могут ли чанчили локо? Я чем чунганы забыли? А. Вот шея, посередине шеи, вот здесь, да, вот сама мышца. Вот центр локо. Вот, его центр локо. Чем чунганы так чапают, домоги так чапают. Йоги-то чапают сикко, йоги-то чапают сикко, ты и тарасу, йоги-то чапают сикко. Анджайсира. На точку, вот за точку.
не нужны. Окей. Его нам не было. Ну вот это. Пан, пан, мейл, и сонкусу тянуко, и тальяну махера. В общем, для тренировки таких техник, в общем-то, много отжимайтесь на пальцы. 그래, 이 손끝에 힘이 생긴다. 그래서 그 정신 그 자극을 내버려. 응. 네, 네, 이 단련을 많이 해라. 응. 그러면 이 힘이 아주 세진다. 이 달가 만져봐. 멋있어. 앞으로. 이 힘이 생기면은 꼭 이 창가 같단 말이야, 창가. 응? 창가 같아. 눈에서 딱 뒤엎다. 이 창가 같이 된다. 그러면은 앉아 있으면 거치면 된다고. 창가 되면 된다. 할 수 있지 않느냐? 그럼 오늘 여러분들은 자, 서 있을 때에 여기 잡는 법과 요거를 지른다고 해요. 지르신다. 그 여러분들 지금 한계가 힘이 없기 때문에 다 잡으라. если у вас нет именно тренирован палец, тогда все пальцы вместе. И все равно этим же средним пальцем. Кроме, вот такие они именно. Сосо. Стоять. Хана. Подход. Середина между ног. Два. Захват. За отворот. Все. И третье нажать. И он. Я думал, что хотя бы не убрал. Вот это подход. Хана. Вот и толкай его разжирать. Толкается за отворот от себя. Да, сфора. Потянги мячо. И натягивая левой рукой, давите правой рукой. О, окей. Окей. Хана. Приготовь. Хана. Один. Три. Два. 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 Ровно посередине, между подбородком и брюшиной ямкой, посередине. Ну, получается, чуть ниже кадыкает. Он вообще говорит, что если вы даже не можете, то не знаю, то вы можете. По даме, его аппетит, якан битурн дироумена, его тут все. Если от той точки чуть-чуть ниже опуститесь, и чуть-чуть правее, ниже. Иногда ты это раз, и говорю, что ты делаешь?
칠 수도 있다. можно и ударить таким манером. 시간 나와. 그래서 자자이 바이프 이미나 바이프. 여러한 부위는 손으로 눌려야 되고 요 부위는 쳐서 해야 될 때도 있고 걸어 다니고 또 때에 따라서 요 부위를 눌려. 이것이 그렇지 않느냐. 오케이. 이리 와봐. 전부 달라. 하나 더. точки показывают. Две точки, которые я там. Три. Над причиной. Меж причиной. Кругом. Иди тем, кто купцовый там. Небо ребра. Третью и пуман джагман, иди тем, кто купцовый. И чем ты купцовый? Ну, большим пальцем, согнутым нажимается на точку головы, на грудь, при захвате. Ага, не просто захват, а именно на нажатие. У него топливо рука на выгоде. Бартыч, а ты его ищешь, что ли? Он нам пока. Я понял, а ты его ищешь? Не-не, я не ищу. Тенгимесо и чаши постели пошли. И заднюю ногу занесли. Командир, если вам не говорит. Пойди сюда, попробуй. Не надо тянуть. Вот это третий элемент. Сегодня он два показал за третий. Голову от тебя так можно? Да, голову? Кашкирос. Да, кама, кама. Не забыл упорт, что ну да. То есть левой рукой вы просто нажимаете, надавливаете. Справа? Ага. Высоко, около виска. Даже за спину.
показывать вот так. Тащинедер боку чабар гаку хибар гриба, как кисюли наоронга. Вы сами должны пробовать и делать, и попробовать. А получается, у вас не получится. Кыкана. То есть, наэ дэхан, чонгоксим зачега. Вот он делается. Игор чай чабай дэнде. Хорошенько надо захватить вот эту вот... И сон, сонкарак. И сонкарак-то, чеку иго дэгу, и чеку янсибл лэра. Иге куда же, чамнун гото сиворизи. И ватанши, сила есть, ва. И чамнун зацега, и чамнун зацега, и суосинге. И сила нужна. И хими осмар хазину мотанда вари. Кы, ерэбэндэр, и чигобе, и иле чонсанан сарамурсо, нега, им кисурл хаку сипта, рагу хазиманан. 이런 기술을 하려면은 저쪽에 이렇게 다져면서 이 손이 좀 이렇게 다져나고 사람이 급수도 알고 이 기술을 오래 하면은 사람을 쳐서 죽이는 것도 중요하지만은 그게 아니란 말이 내가 먼저 알려면은 Если я уже знаю заранее, 사람을 다치면은 задену человека. 그걸 치료해 주는 게 더 중요하지. 사람을 다치게 하는 게 더 중요한 것이 아니다. 그렇지. 사람을 고쳐 주는 것이 중요하지. 다치게 하는 것이 중요한 것이다. Важнее, конечно, человека как бы восстановить. Важнее. Если я знаю. Ну, он так говорит, что для меня важнее не поразить человека, а именно, если ему плохо, восстановить, зная эти точки. Это главная цель. Завтра. Нега нель мазимаг нали, мазимаг наль. Завтра последний. Йогизо сигани намена. Если будет время. Момне деги апун сарам, дуга аму сарам, хан сарам, йогора буре. Не чирану панкову, хамма чакан бора буре. Если у кого среди ваших товарищей есть, Мо суховы седро андедан, хорига апудаденчи, моги апудаденчи, мори апудаденчи, ирин сарам. Ну, че-то болит, короче говоря, он попробует, в общем, своими руками. Хам пора, говори. Кого иди алгу намен, иди говори, алгу намен. Спина болит. All people. Ну-го. Хори апудаден. Травмирован спина. Хорига, вот иди апудаден, буреба. У тебя что, позвоночник болит? Хорига, мугомняго, апудаден, буреба. Не создано, есть что там? Это у всех. Ну, там было защемление нерва. Чугапан хепчак. Вот это мари. Я так чего-то мари. Кое чуганбар хепчаге. Диск, а? Диск. Диск, е, диск. Диск. Вай. Иго는 한 번을 갖고 잘 되지는 않는다. 그때 자라서 이거 있지. 그렇지만은 내가 저기 들어 잠깐 만져주거든 따라오라고. 실은 실은 제가 쓰는 사람으로. Я смотрю, побледнел совсем. Чего?
просто сдвиг диска. Был или сейчас? Был, да. Давно уже. Ты в ноги сейчас. Просто сказал, что вот, ну, может помочь в этом отношении. Потому что сын является специалистом больше.야, 몸이 참 많이 가버렸다. 응? 몸이 많이 가버렸어. 몸이 많이 가버렸다. 어찌 소리가 들리냐? 틀린 거지. 몸이 많이 가버렸어. 그냥 막 쏠려만 하고 심한 하고. 힘줄병, 힘줄병 그만해서 다시 다시. 네, 눌린 아픈 데 있으면 아픈 데 있다고. 있을 때는 한답을 이제 버리. 몸들은 이제 좋아갖고, 몸들은 다 좋아갖고, 제대로 강수는 붙은, 제대로 보여는 붙은, 풀고하고.
발을 앞으로 밀어요. 발을 앞으로 세게 밀어요. 밀어 그렇게 하면. 허리가 잘 못되냐고?
Thank you.
там мгновенно перегорит. То есть вам... Нажать на кнопку, и он там... Если местом чуть ниже колена возьмете на шею, значит он ничего не сможет делать. То есть он уже размекает.
몸만 지금 네 2만 5천 원 쓰여. 2만 5천 원 몇 분인지 아나? 200불이면 12,000원, 250불 정도 받는다고. 아, 못 만지는데. 나 리스도. 잘 됐어요? 잘 받는다고. 이거를 그 전에 해줬어, 뭐. 리스도. 리스도. 아, что это он делает потом? Его что-то болит? Он проходит, я думаю, что он проходит эти самые меридианы. Иногда чем ты им массажируешь? Ты просто ничего не думаешь. Чем ты себя мазишь, я ничего не думаю. Надо его вот его тащить, да? Да. Его голя мы тащим. Не отъедут, это не такой массаж. Да. Я чем ты себя мазишь? А я чувствую, да, что он проходит все время один и. И чем ты себя мазишь, папа? Массажик, а не там. Это дико чувствительно. Вот скажи, как он ближе к суставу приближается, сразу больно становится. И то же самое вот голеностопу, когда он приближался, тогда больно, а посередине не больно. А горох тут время занимает. Чем-нибудь поел? Горячий, а это остынет сейчас. Да из-за него вечно тут одни чем-нибудь. Помассажируйте меня, мол. Так вам больше достанется, вы че? Ты сейчас намассажирую тебя, и у тебя знаешь, какой аппетит проедет? Но вот невыгодно. Но я пожертвую. Ради массажа. И Оранду приходит сам ничего. Вы же тут уже. Вы же, блядь. А что вы? 10 лет ноги болят. А, ну, я не могу.
10 лет поболеть и ничего такого. Я никому не говорил. Ну, я зачем это тогда, говорить? Когда занимался, да, Игорь? Да. Ну, что значит внешними системами заниматься? Не говорят. Лет есть, 30. Надо было сразу ориентироваться в пространстве. Да, внутренние силы. Ну, а теперь тут массажирую его. Ну, а что получилось? Я опрыгиваю. Еще лет 10 поболеть, ничего страшного, Игорёха. 10 терпел, уже должен блокироваться. Буду ездить. Знакомые, Слава, знаешь ли? Хорошо подкрепить. Да? Он по пульсу сейчас определяет. Да, он, ну я не знаю, массаж он делает? Да нет, я-то здоров, понимаешь? Нет, ты с ним это проконсультируйся, он так поставит лекарство, и он иглами работает, и сжигание делает. А где он учился? Сам он дошел. Сам? Ну как сам? Этому сам не дойдешь. Как? Сам не дошел. Не полжизни в учениках ходят. Он сначала уже по блатному начал заниматься. А он полжизни, он как институт закончил, с тех пор работал в МИИ, и в этом МИИ больше этим занимался, чем сам же в институте. Он сам практиковал их там, где сажировал в этом СНИ отсюда. Практически он хороший имеет. Обратись, видишь, вот. Ты знаешь, я... У меня со спиной проблем будет, я к нему пойду, он мне там тюк-тюк-тюк, я стою, скажу. Игорёха, скажи, что тебе уже хорошо сказал. Ну подожди. Ну, я уже кушаю. Иди садись, кушай. Ты чего тут записываешь? Нет, ну он там... Я ему надо ноги просто... Ты знаешь, я тебе скажу такой момент, да? Вот то, что Слава Ли кореец, это еще хорошо. А с Портновым я очень хорошо знаком лично. Я с ней вместе ездил, я же рассказывал вчера, у меня на записи есть. Пекин, на конгресс нетрадиционной медицины. У него самого болит нога, он ничего. Все, что я могу сказать. Да. Слушай, Виталий, что, уже спер что-то? Нет, это чёрт, моя любимая. Вот что значит чувствуется мастер, да, Олег, я тебе могу сказать. Вот он проходит, причем через одежду, и я чувствую, что он абсолютно точно каждый раз в одни и те же точки возвращается. Слышишь меня, Олег? Берух, ты глаза не закатывай, не закатывай. Чего, трюх? Ты вернись. Хай ты чем трюх? Я чем трюх? Я уже стимнишь что-то. Проверить и повысить квалификацию своих охранников.
а также все желающие получить международную квалификацию для работы в структурах охраны и телохранителей. Недавно в Риге открылся международный семинар по хоккейдо. Одно слово. В котором были приглашены сотрудники служб безопасности государственных и коммерческих структур. Хоккейдо – это боевая дисциплина, на базе которой строят свою работу службы безопасности многих стран мира. Специально для участия в семинаре в Латвию приехал господин Ким Чиль Ён, руководитель службы безопасности при президенте Южной Кореи. Он же является обладателем 8-го дана по хоккейдо, а это высшая степень мастерства в боевых искусствах. Мастеров такого клана и нам ответили. Главное, это в любой ситуации сохранять спокойствие, а людям из службы безопасности учиться и учиться. Лёха кушать просто не хочет. Мне уже так хорошо, что кушать не хочу. Ну, ты пока здесь полежишь, мы покушаем.
постараемся вам более подробно рассказать, как проходил 5-й чемпионат России по тэквондо ИТФ в городе Новосибирске среди взрослых. Этот турнир еще более является, как говорится, интересным тем, что он является отборочным турниром чемпионата Европы, который состоится в Германии, в городе Кёльне. Несколько слов о самом тэквондо. Тэквондо – это один из самых популярных видов восточных единоборств. Его родина – Корея. Основателем тэквондо, значит, является генерал Чхе Хон Хи, 9-й дан. В сегодняшний день существуют две крупные федерации, которые проводят соревнования по своим правилам. Интернациональная федерация, так называемая ИТФ, и всемирная федерация, называется ВТФ. Несколько слов, чем отличаются, будем так говорить, ВТФ от ИТФ. ИТФ разрешает удары руками и ногами в корпус и в голову. Различается также экипировкой бойцов. И в этом стиле не используются шлемы, жилеты и накладки. Зато есть перчатки и на руках, и на ногах. Спарринги проводятся на квадратной площадке размером 9×9, которая называется Дайянг. Основой, будем так говорить, тэквондо ИТФ, одним из интереснейших направлений, это комплекс, так называемая туль, комплекс формальных упражнений, включающих всю базовую технику тэквондо ИТФ. Сейчас перед вами выступал Игорь Клевцов, семикратный чемпион России, представитель российского спортивного центра «Акциз». Калантаев Сергей, тоже представитель российского спортивного центра «Акциз», выполняет сейчас на Даянге формальные упражнения, так называемые «Туль», по программе второго дана. Сергей Калантаев является призером чемпионата России, призером чемпионата Казахстана, международных турниров. Довольно-таки титулованный спортсмен. В настоящее время работает инструктором в детской спортивной школе Российского спортивного центра «Акциз», который располагается в Академгородке. Что касается чемпионата, сейчас вот на ваших экранах флаг Международной Федерации ИТФ. Георгий Пак также является представителем Российского спортивного центра «Акциз», имеет черный пояс, второй дан, воспитанник Казахстана, приехавший к нам из Казахстана. На сегодняшний день является инструктором детско-спортивной школы «Акциза», призер чемпионата мира в Пхеньяне, чемпион Казахстана, то есть довольно-таки титулованный спортсмен. Сейчас они выполняют, как я уже говорил, программу «Туль» по второму дану. Несколько слов об организации турнира. По мнению всех специалистов российских и международных, значит, на этот турнир съехались один из сильнейших составов России, представители городов Санкт-Петербурга,
Москвы, Архангельска, Красноярска, Алтайского края, Самары. Также на этом турнире присутствовал международный мастер Лин Сок, черный пояс, 7-й дан, который на сегодняшний день является официальным куратором Тайквандо ЭТФ в России. Турнир проходил в 2 дня. Вот сейчас на вашем экране выступают спортсменки Российского спортивного центра «Акциз» Лариса Малороссиянова и Елена Шамаль. Обе они являются чемпионками России, ставшие в прошлом году в городе Самары на юношеском чемпионате России. Сейчас судьба их свела, значит, по жеребьевке, и они выступают, как говорится, разделяют свои силы между собой. Можно отметить вот их синхронность, то есть сразу видно, что эти спортсменки работают, будем так говорить, в одной команде. Также вот представительница перед вами спортивного центра «Акциз» Наташа Коновалова. Тоже имеет черный пояс 1-й дан. Она находится справа. Значит, чемпионка России весовой категории до 40-80 килограмм. Сейчас выполняет упражнение по программе «Туль 1-го дана». На ваших экранах судьи, которые оценивают по выступления спортсменов в тулях. Еще 2 спортсменки Российского спортивного центра «Акциз» – это Ольга Решетова и Ира Каликулина. Также чемпионки России. Ольга Решетова, будем так говорить, более титулованная спортсменка. Она участница чемпионата мира по тайквандо ЭТФ. Тоже впервые все они дебютировали на взрослом чемпионате России. Вот она на вашем экране. Значит, вы заметили, наверное, на левых рукавах формы, значит, у российских спортивного центра «Акциз» спортсменов своеобразный шеврон, отличительный знак такой, значит, чтобы, будем так говорить, легче было вам разбираться. Вот с левой стороны на рукавах фирменный знак «Акциза». Вот судьи определяют поднятием флажков, кто победил. Спортсменка в белом углу или в красном. Сейчас на ваших экранах чемпионка России, призерка чемпионата Европы и мира Татьяна Останина, город Бирск. Она выступает также по программе «Туль 2-го дана», тоже с не менее титулованной спортсменкой Болтуховой Натальей, представительницей спортсменки Санкт-Петербурга, также чемпионки Европы, призерки мира. Здесь характерно сказать, что вот по этой программе «Туль» от спортсменов не зависит, в какой весовой категории они выступают. То есть здесь заметно, что Останина более легче, чем Болтухова, но, как говорится, вот именно в этой программе по разделению по весовым категориям не существует. Также оценка судей. Видите, 3 флажка белых, 2 флажка красных, означает, что победила спортсменка в белом углу. Ей стала Татьяна Останина, представительница Новосибирской области, город Бирск.
атрибутика турнира. Значит, фирменный символ, знак, вот флаг Федерации Тэквондо ИТР интернациональной. А это так называемый даян. То есть, как я говорил уже ранее, 9 на 9. Значит, граница вот эта красного, спортсмены, когда спаррингуются, не должны выходить за эту линию.